Аня, а что ты сейчас вот это режешь, мясо какое-то, прям все с пленочками, все? Вот, это, вот ты знаешь, как называется, не все то золото, что блестит. Да. Это мясо от рулек, то есть я из рульки вытащила, вырезала кости, вот оно, видишь, оно все с пленками, все вот с такой, с прожилками. Да. Только это от свиной, вот как от говяжьей, я делаю на тушенку в основном, да, людям. У нас есть там, кстати, такое видео, по-моему, про говяжью тушенку, мы же снимали, да? Да, да. Вот. А это покупатели ходят нам на ветчину, нам на ветчину. И берут в основном мякоть такую вот дорогую там, или окорок что-то, или мясо там со спины, шейку, корейку, ну что-то такое. Я говорю, как вы ветчину делаете? Ну, мне интересно стало, я тоже хочу ветчину. Они говорят, ветчинница. Ничего себе, даже такое есть у нас, да. Я, значит, еще одна покупательница тоже пациент приходит, на ветчину, я купила себе ветчинницу. Я говорю, блин, я говорю, слушай, Таня, а попробуй вот такое вот мясо вот, вот от рульки. Думаю, там вот эти мелкие прожилки, мне кажется, будет, говорю, прям намного лучше, чем вот просто мякоть. Она попробовала, мне потом звонит и говорит, блин, такая классная ветчина, с мякотью вообще рядом не поставишь. Намного вкуснее. Я задалась задачей купить себе ветчинницу. Ладно, начала искать. В магазинах нет ветчинниц. В некоторых магазинах на меня смотрят, говорят, что это? Ты даже не знаешь, что это такое. Я говорю, нормально, ну, интересно. Потом полезла в интернет, там стала искать, там есть ветчинницы. Как бы, думаю, где купить-то ее? У меня дочка говорит, мам, сейчас, говорит, полно, говорит, ну, как всяких сервисов разных. Говорит, вот есть, говорит, интернет-сервис, говорит, он работает с кучей магазинов Smart Sale. Это что это такое? Ну, она нашла, все показала. Я так посидела, полистала, посмотрела. Говорю, ничего себе. Это сервис вообще самых умных покупок получается. И не надо ходить, не надо искать, объяснять людям, где чего, какая-то ветчинница. Заказала, все прислали. Мало того, что прислали, они еще и кэшбэк вернули с покупок. Там еще и такое есть. Причем не надо набирать кучу этих кэшбэков, можно самую минимальную сумму даже выводить. И все. И я говорю, ага, это так удобно, просто вообще. Сидишь, заказываешь, что тебе нужно, посмотрел, все проверил, заказал, прислали, еще и денег тебе чуть-чуть вернули. Чем плохо-то? Вот теперь, короче, я решила сама опробовать дома эту ветчинницу. Пожалела, что на работу не взяла, у меня мультиварка, я бы как раз бы в ней бы сейчас и сделала. За целый день она у меня уже сварилась, эта ветчина. Ну, ладно, ничего страшного, я и дома сделаю. Вот теперь вот буду делать ветчину, потом посмотрю, что получится. Ну, я знаю, что получится, конечно, очень вкусно. Будем экспериментировать с курицей, с говядиной, со свининой, со всем на свете. И колбасу вообще забудем, что это такое. А вот этот Smart Sale, это просто, я говорю, прям... А потом что-то одной сказала Smart Sale, другой. Оказывается, там народу столько на этом Smart Sale. Все довольны, всем нравится этот сервис. Это вообще, я говорю, действительно, и реально деньги возвращают частично там какие-то за покупки. Не надо по этим магазинам искать, а потом в магазин придешь порой. Эти консультанты не поймешь кто. Один говорит одно, другой говорит другое. Там все и описание есть, и фотографии все посмотришь. Столько магазинов у них, и Алиэкспресс, и М-Видео, и что там еще, Эльдорадо. Я там начитался, там я не знаю, там вообще там тысяча магазинов. В любой заходи, чего хочешь найдешь. Черт с рогами. Наверное, и то можно найти. И вот действительно, ну, блин, вот действительно сервис умных покупок. Вот больше никак не скажешь. Потому что, блин, не надо, я говорю, вот бегать по городу. Зашел в интернет, почитал, посидел, посмотрел. И все в куче собрано. И просто вот, ну, молодцы. Просто молодцы. Я говорю, прям, я теперь всем буду советовать. Прям вообще. И все спокойно. Кстати, даже трамантину там нашла. У нас же часто спрашивают про трамантину ножи. Вот теперь еще и ножи там будут заказывать, потому что здесь ищу везде, на рынок придешь,
Нет ножей трамонтино. Они же дорогие, мы их редко возим. Пока они закажут, пока они 2 недели я их прожду, то я забуду сходить, то мне некогда, то они забудут привезти. И вот, а это что? И вот потом, кстати, с ним стало про трамонтино, про ролик как-то закажу, придут, будем про трамонтино снимать по ножи. Буду всем советовать. А подписчики мои вообще могут по ссылке пройти, в описании канала будет ссылка на этот интернет-сервис, и просто вы будете просто довольны. Очень часто люди, даже вот бывают пожилые люди, которые некогда, не могут они столько ходить по магазинам, а что-то хотят купить. Там можно все купить. Просто все. И вот по ссылочке пройдете, и все, и попадете на экспорт-сейл, и прям вообще беды не зная, как говорится. Дошел, купил, по карте оплатил, все, вообще это... Конечно, хорошие технологии у нас сейчас придуманы. Вот. Молодежь, они больше пользуются, а мы уже не молодежь, поэтому вот мне дети подсказали, и им большое спасибо, и как бы вот теперь я буду всем рассказывать, что это замечательно.